Вот у нас блюдо рапама, которое он готовится во время свадьбы, чтобы молодых жизнь была богаче, сладче, ярко, как плов с запеченным тыквой. Родные Тиграна готовились совсем не к свадьбе. Вместе с другими родителями семья Багдасарян устроили целый фестиваль дружбы народов в детском саду. Все для того, чтобы дети познакомились с культурой разных народов. Ну, сначала мы не представляли, как оно будет. С трудом мы это все создались, но оно то стоило того. Пускай чаще были такие праздники, чтобы каждый нация мог свои обычаи все предоставить. Армяне, украинцы, русские, буряты – все готовились очень тщательно. Родители согласились, не раздумывая. Кто-то подключил даже старшее поколение. Специально к празднику дружбы для всей семьи шили национальные костюмы и подготовили творческие номера. О, Буятия, родимая земля, с белым месяцем приветствую тебя. Ликует лимба сердцем веселя, белым месяцем родная моя сторона. Готовились и репетировали все без исключения. Такой красивый праздник получился благодаря детям и их родителям, считают организаторы фестиваля. У нас такое тесное сотрудничество было, что мы друг другу советовали и что-то предлагали. Праздник действительно удался на славу. Донести именно свою национальную культуру получилось у всех участников. Жизнь у нас в стране свободы, светлой радости полна. Крепкая дружба и народов наша Родина сильна. Мы хотим увыкаться в зеленой траве и смотреть, как плывут облака в синеве. Дарья Белоусова, Даже Чедопов, новости дня.